жил в Бьёрском округе Рон Ибьюрсон. Он хорошо владел боевым искусством меча и топора. Отправился он как-то в Тронхейм и сказали ему: «Будем держать против Хазар флот». И сказал он: «Мне нужно немножко времени». Вернулся он в свой Бьёрский округ, подумал и шел обратно. В тот самый момент, когда войска начали выходить из гавани, сказал: «Дайте мне браги». Дали ему браги. И вышли войска против хазар флота. И начали биться. И стоял он на носу корабля. И рубил он врагов. Рубил он очень много врагов. И потом он понял, что ему не хватает браги. И его зарубили.